преддверии Христового воскресения в клубе «Активное долголетие» организовали акцию «Пасхальное яйцо». Пенсионеры смогли научиться разным приемам декорирования яиц, а заодно и отлично провели досуг. Лидия Маслова в свои 72 года ведет активный образ жизни. Одно из любимых ее занятий – рукоделие. Она шьет кукол и украшает поделки. Столько много поделок было, что я всех раздарила. Ну куда еще? Я покупала тогда картины вот по номерам и рисовала здесь, уже этим занималась. У меня сейчас штук 8, наверное, картин. Чтобы не сидеть дома, пенсионерка посещает различные мероприятия. Сейчас большую часть времени она проводит в Люберецком клубе «Активное долголетие». Так, накануне православного торжества в воскресенье Господня в нем решили организовать акцию «Пасхальное яйцо». Все желающие смогли украсить символ праздника на свой вкус. Использовали краски, наклейки и восковые карандаши. Красота! Это всегда украсит, тем более полезно. К акции присоединился и глава городского округа Люберцы Владимир Руджицкий. В компании прекрасных дам он раскрыл свой творческий потенциал и зарядился положительными эмоциями на целый день. Тут разнообразные краски, разнообразные подходы с точки зрения оформления этого пасхального яичка. Они разрисовывают разные краски. Ну, такие люди все интересные. И понятно, что они это все домой принесут. Поэтому здесь есть разрядка. Такой они заряжаются хорошей энергетикой. Сейчас Люберецкий клуб «Активное долголетие» посещает около 3000 пожилых людей. Каждый может найти занятие на свой вкус. Записаться можно по телефону или прийти лично по адресу: улица Куракинская, дом 5. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.